Вот, все, по-моему, ребят, по-моему, удача сопутствует мне. Ну что, у тебя запустился интернет запустился? Ну, отлично. Вот, все, Михаил Железнов, спасибо большое, да. Я им позвонил, перезапустили Стримчанский, не Стримчанский, а перезапустили этот, как его, раутер, ресет сделали. Ну, вроде как, посмотрим сейчас, как дальше пойдет дело. Виталий Петров, здорово, чувак, здорово, Виталий, здорово, привет. Рад приветствовать тебя на своем стриме. Заходи, располагайся. Вот, непонятно, что происходит. Почему-то у меня в самом этом Эксплики пишет, что ноль просмотров. Вот. Привет из Дальнего Востока, пишет Андрей Антошин. Камчатский край, посоветуй. Ты твои способы месть соседям сверху. Как ты поступил? Достали с музыкой в ночное время. Даже сейчас 03:50 басы достали, в общем, басы. Антуха, я тебе сейчас посоветую, да. Ну, так чисто как бы я поступил. Я тебе, конечно, не советую так делать, но у тебя микроволновка дома есть? Если есть микроволновка, короче, открываешь, приблизительно так понимаешь, где у тебя находится этот, блядь, компьютер соседский, или откуда они там музыку играют. Берешь микроволновку старую какую-нибудь, открываешь дверку, зажимаешь там, вот где сейфти, вот этот вот, где такой лог есть, вот его надо зажать, иначе работать не будет. Забиваешь там 1,5 часа, блядь, разогревать, а лучше поджарить, чтобы побольше СВЧ было, блядь. Туда ее подносишь, устанавливаешь ее на антресольку куда-нибудь, блядь, и включаешь, и уходишь. Все, пускай, сука, он им поджарит все конденсаторы и все это прочее в технике. Это мой тебе совет, как поступить. Вот. А Виталий Петров спрашивает, как жизнь? Жизнь, блин, бьет ключом в основном по голове. Нормально жизнь, да? Отлично все. Вот. Олег Елисеев, насколько дороже, блять, опять лагает, сука. Или уже получше пошло? Надо сейчас сделать окошко, чтобы хотя бы видеть, что происходит-то. Вообще ужас, кошмарный. Меня же достало, ребят. Честно скажу. Вот, Виталий Петров, как жизнь? Я уже ответил. Насколько дороже дом из бревен, чем каркасник? Ну, на порядок. Строить все из каркасов. В основном каркасное строительство. Да все здесь, весь рынок заточен под каркасники. Поэтому здесь это все, в принципе, дешево. Начинает напрягать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.